Друзья, я вас всех приветствую. У меня для вас печальная новость. Ходят слухи о том, что дорожный контроль прекратил свою деятельность. Я вынужден подтвердить. Да, мы больше не рейдим, больше нет никаких сюжетов, и больше ничего нет и не будет. Сожалею и приношу свои глубокие извинения перед всеми вами, дорогие подписчики и друзья. Вы что, реально поверили? Это надо быть, я не знаю, каким человеком, чтобы такие слухи распространять. Никогда и никто нам в этом не помешает. Мы как проводили наши мероприятия, так и будем их проводить. И все те злые дни писюкасты, назовем их так, водители, алкаши всякие, и сотрудники, которые берут взятки, ну, вы сами прекрасно понимаете, о ком мы говорим, мы вас будем ловить, и ничто нас не остановит. Поверьте нам. Да, сюжетов сейчас нет, но они будут, вы сейчас его смотрите. Точнее, вы только приступаете к его просмотру. У нас, будем считать, был отпуск, не было времени для монтажа. Сейчас мы будем очень стараться выделять время для этого. Со свежими силами, отдохнувшие, вперед! Это у нас 493 стоит, 001 Volkswagen. Здравствуйте, на улице Путиловской, Кайрон черный, 492 номер, пьяный водитель. Лёх, за ним, давай, давай. Он едет на Путиловской, на улице Путиловской. Он сейчас поедет в сторону этой, Пешестрелецкой. Так, он во дворы поехал, Так, сейчас скажу. В сторону Южно-Моравской поехал.
нам ответственно нужно вызвать. Сотрудника полиции подойти нужно. Все, секунду. Хорошо. Здравия желаю, Вадим Юрьевич. Старший лейтенант полиции Заик Александр Викторович. Доброй ночи. Ваш сотрудник 9-й взвод же, да, правильно? Да. Полухин есть у вас такой? Есть. Вот. Полухин на Кайран у него есть во владение? Ну, может, на него зарегистрирован, управляет. Есть черный Кайран? Ну, к сожалению, как бы не могу вам ответить на данный вопрос. С номером 493. Его остановили сотрудники полиции ГИБДД на Краснозвездной улице. Неподалеку живет. Бордюры, как-то, в общем, перекатывается. И, значит, сотрудник ГИБДД был остановлен. После чего сотрудник ГИБДД не успел подойти, тот начинает движение опять, возобновляет. Начинает с погони. Ну, не знаю, с какой скоростью он ехал, но с большой скоростью. Потому что, когда он здесь мимо проскочил уже поста, сотрудник ГИБДД здесь уже передали. Ваш автомобиль. Наш автомобиль поехал, но он за ним ехал где-то 190. Тот ехал больше. Что такое сотрудник полиции проверили бы сейчас состояние автомобиля, где он сейчас находится. Потому что он сейчас за городом управляет состоянием транспортного средства. Там уже получается ответственность передалена. Кто будет вызывать? Кто будет сейчас в данный мероприятие звонить? Ну, сейчас будем. Я заявление сделал уже в дежурную часть. Вы звонили куда в дежурную часть? 47 вот такой там. 47-54-23. Ну, это наша дежурная часть. Да, да. Вот. Такие дела. Да. Однозначно, это был ваш сотрудник, зовут его фамилия Павлухин. То, что он был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, ну, признаки имелись, он вообще был не пьянел. Они выползали там, там барышев, кстати, был. Вот, они его, видимо, там домой вызвали, а может, дальше продолжили. Ну, в общем, они все в сильнейшем алкогольном опьянении. А он был за рулем. Я принял. Доброй ночи. Времени исполняющий обязанности командира взвода, капитан полиции Корх. Здравствуйте. Здравствуйте. Ситуация что, такая. Что произошло у вас? Значит, Или у нас, у вас? Ну, наверное, скорее, наверное, ГИБДД. Значит, сотрудник Полухин на Краснозвездной был остановлен сотрудником ГИБДД. Перед этим был замечен в состоянии неадекватном. Имелись признаки алкогольного опьянения. Он вел автомобиль. Вы видели его, да? Да, вы видели, я его непосредственно видел, что он управлял за рулем. В машине был барышек. Вот. Угу. Похоже, они вместе выпивали и по частному сектору ездили. Ездили невменяемо, после чего выехали на Краснозвездную, и сотрудниками ГИБДД был остановлен данное транспортное средство. К Сангьон Кайрон черного цвета. Константин Сергей Рита 493, 36 РУС. Угу. Значит, был остановлен, сотрудник полиции вышел, подошел к нему, и он буквально сразу же стартанул. Поехал по Краснозвездной, в общем, преследовали его. Мимо поста он промчал на бешеной скорости и так и уехал. За ним вот ребята ехали, но больше 200 он ехал. Скрылся, да? Да, да, он скрылся. Хотелось бы, чтобы его состояние-то вот как-то вот установили. Как, где он сейчас? Проверить состояние. Как, да, он, как он себя чувствует? Мне кажется, он себя очень отвратно чувствует. Так, ну сотрудник сегодня выходной у нас. А, вот как раз да. Он за это на гражданском автомобиле поехал. Да, 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 он да, сегодня да. Выходной у нас, завтра выходной у нас. Ну, это Полухин, это 100% я его опознаю. Вы видели, да, что да, есть. Да, 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 да. Хорошо, сейчас мы тогда свяжемся с руководством. Угу. И определимся. Хорошо, ждем тогда. Все, хорошо. Угу. Хорошее что-нибудь скажете? Да, сейчас, давайте, вот сейчас определимся, позвоним, согласовал я, значит, соответственно. Угу. Он, наверное, сейчас тоже к нам подъедет, угу. По батальону ответственно. А кто сегодня ответственный? Мы сейчас Елесин сегодня ответственный. Знаком. Да, да, да. Мы сейчас позвоним сразу, объявим перехваты, попросим. План перехвата объявите по машине, по номеру запиши. Ну вот, когда Елесин дал команду объявить перехват. Перехват сказали отменить, да? Нет, перехват объявить по информации, что не трезво водить. И ВВД сообщить по телефону. Ну, 51-12-50, я звонил, не отвечает пока. Ну, скажи, все я в рамках попозже. То есть надо информацию оставить, а либо по письменно, нему... либо... А как по нему состояние будет установлено? Когда? В каких, сроки? Ну, вот это вот я не могу объяснить. Человек ответ, человек выходной, мы его выйдем не можем. Поэтому а домой, оснований, может быть, а оснований к нему для... КПО к нему домой не может приехать? Для проверки? Да. Он же по-любому домой направился.
через Белгород? Не, но он же вот же каким-то образом должен домой попасть. Да хрен его знает. Да может деревья куда-нибудь все заедет, там посидит. Я думал, может он на синей лунке уйдет куда. Вот единственное, что он после Латного, после поворота на Латного уже скорость сбавил, но он просто не ожидал, что под Воронежем у него флот будет лететь. А смысл за ним дальше ехать, если все здесь остались. Сотрудники, а кстати, еще самый важный момент. Непрофессионализм проявили сотрудники ГИБДД, которые остановили. Они, во-первых, остановили, да, его машина была позади. Они не были готовы к тому, что тот стартанет. Второй момент, когда они преследовали. Сзади, значит, регистратор должен быть. Да, регистратор по-любому, у них все, запись, уже проверка назначена. По рапорту они должны сообщить ГИБДД. Вы информацию предоставите, да? Да, конечно. Обращение есть, и в ГИБДД не попадает. Вот ГИБДД я позвоню, дозвонюсь. Ну давайте, дозвонись, в ГИБДД сейчас. А здесь, они когда ехали, преследовали, что они сделали? Они должны были, по крайней мере, сделать. Сообщить на пост. Потому что направлялся автомобиль сюда. По рации, по идее, по рации передать. Часть передать, да. Передать, что здесь остановить транспортное средство. Этого не было сделано. Не было. Они не в курсе были. Мне пришлось даже настоять, чтобы они сказали здесь на посту, что нужно преследовать данного водителя. После чего уже поехал экипаж. То есть потерялось очень много времени. Юра, дежурный, слушаю вас. Ой, да здравствуйте, как же приятно, что я вас дозвонился. Я хотел бы оставить... Что, звонили? Да. Не мог я раз-два... Что случилось, чем вам помочь? Вот, отлично. Значит, помочь в следующем. Сотрудник полиции по гражданке, по гражданскому автомобилю. Служит он в 9-м взводе ОБДПС ГИБДД. Полухин фамилия. Госномер, запишите. Секундочку, а у вас откуда такая информация? Я его в лицо узнал, что это сотрудник 9-го взвода. Фамилия его Полухин. Управлял он автомобилем. Вы записываете, да? Полухин фамилия. Управлял транспортным средством Санг Йон Кайрон. Смолявин, кстати, он выезжал и совершил поворот на улицу Краснозвездную. С сотрудниками ДПС он был остановлен. Патрульный автомобиль 0558. Ольга 0558. Лада Приора. После чего автомобиль остановился, вышел сотрудник полиции подходить к водителю, и Полухин начинает движение. Открывается от них. Начинается погоня в направлении Курского поста. Проезжает мимо Курского поста по направлению Хохол. Его потеряли. Значит, данные сотрудники, хотелось бы еще отметить, их непрофессионализм. По этому поводу тоже нужно будет провести проверку. Значит, сотрудники автомобиля Ольга 0558 не сообщили по радиоканалу о том, что двигаются в их направлении Курского поста, подозреваемые в состоянии опьянения. И никаких мер не было принято по этому поводу. Хорошо, будем разбираться. Все, спасибо, до свидания. Сегодня у нас 13 сентября 2016 года. Мы едем на Курский пост. Хотим встретиться с Полухиным и с Барышевым. А Полухин, наш горячо любимый, не так давно гонял с признаками опьянения за рулем Санг Йон Кайрон черного цвета Константин 493 Сергей Рита 36+. Мы хотим спросить, был ли он за рулем, но что он скажет, мы знаем это, видели, что он был. Сейчас мы все узнаем, зададим вопросики. Хватит, хорош, ну что вы? Здравствуйте, а куда ж... Нам бы Полухина бы увидеть. Я к вам сразу. Да? Здравия желаю, капитан полиции вас. Здравствуйте. Нам бы Полухина бы увидеть. Можно его пригласить? Полухина? Да. Наверное, знаете почему? Не знаю. Не знаете? Вы же вместе отдыхали. Нет? Да, Вадим Юрьевич. Ну потом видео посмотрите, ладно? Не вопрос. Видео потом посмотрите. Сейчас. Что надо и кого? Что Полухин, кого? Полухин нужен. А, пригласить? Да. Мы как к сотруднику полиции пришли, к Полухину. Сейчас, секунду. Вы
воскресенье после смены? Чем занимались? Мое личное время. Абсолютно точно. Я же не могу это самое рассказывать. Мое личное время. А на Сангьон Кайрон на черном не катались? Нет. Нет? Никогда в жизни. У меня есть Toyota RAV4. Да, да, мы заметили, она есть. Есть Toyota. Да, 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 да. Стоит. Да, да, да. Так, что? Полухин нужен. Полухин. Меня зачем снимать-то? Да ну ж, вы же у нас звезда. Согласен. Кстати, ручку купил. Да? Автограф могу это самое расписаться. Мы будем людей приглашать сюда, чтобы они с фотографиями приезжали. Скажите, что с Полыкиным? Сейчас, сейчас. Спасаться. Он там звонит кому-то. А да? С чего вы так уверены, что он работает сегодня? Полыхин? Да. Замечен был. Замечен? Конечно. А, все. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Полыкин. Представьте, пожалуйста. Старший, да, Полыкин. Все правильно, абсолютно. Скажите, пожалуйста, Сангьон Кайрон, Константин 493, Сергей Рита 36 Рус, черного цвета. Вам знаком такой автомобиль? Знаком. Знаком. Вы на нем передвигаетесь? Нет, у меня другой автомобиль. Но вы на нем передвигаетесь? Очень редко. Ну, я знаю, на кого он зарегистрировал. Он на вашего родственника зарегистрировал. Да, да. Правильно. Но вы в воскресенье на нем передвигались? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро спуститься. Можно с сотрудником полиции вместе? Мы с удовольствием. Проходите. Да, да, просто я не хочу. Не, мы давайте. Можно мы вместе. На улицу и просто снимайте, там спуститесь. Хорошо, мы вместе спуститесь. Вы в воскресенье на нем передвигались? Нет, не передвигался. Не передвигались на нем в воскресенье. Угу. А что вы скажете? Я даже вижу вас первый раз. Я с вами не знаком. Лично мы с вами не знакомы. Вообще не знакомы. Но в лицо я вас знаю. И я знаю вашу фамилию. И я вас видел в лицо. Да. Я вот. Смотрю, и Сангьон Кайрон на Краснозвездной с этим госномером был установлен сотрудником полиции. И мною на камеру зафиксирован водитель транспортного средства. Именно я. Именно вы. Меня там не было. Вас там не было, да? Меня там не было. А, ваш родственник, наверное, был, да, получается? Мой родственник, да. А вы не в курсе, почему, раз вы говорите, ваш родственник... Может, он с вами не захотел общаться? Так нет, он... Дело в том, что я-то вообще был... Проехал вперед. Ничего не могу сказать. А сотрудник полиции восстановили. А вы, получается, говорите, что не захотел со мной общаться. Как он со мной не захотел общаться? Ну, может быть, он вас увидел. Он не а как он? Откуда он меня знает? Я не знаю, я вас тоже первый раз вижу. Получается... Ну, как, вживую первый раз я вас вижу. То есть можно скрываться от сотрудников полиции на бешеной скорости, уезжать я за город? По данному факту вам это ваш родственник, получается, я такой позволяет, правильно ну, я понимаю? Может быть. Понимаете, просто может быть. Собственник транспортного средства ваш папа. Сюда, неужели да, папа да, такого да. бы не позволил, я уверен. Папа очень бы плохо к этому отнесся. Я думаю, это были вы. Нет. Вы нет. не были. А Долматов, такой сотрудник полиции, был с вами? Не был. А в этом автомобиле был сотрудник Долматов? Вообще, Долматова я в тот день вообще его не видел. А что вы скажете, если у меня зафиксировано, как Долматов выходит из этого транспортного средства? Ну, не знаю, ничего не могу сказать, Вадим Викторович. А вы, ну, вот вы не можете пояснить ничего. Он с вашим папой дружит? Дружит. Да, то есть он мог с папой в этом автомобиле с ехать, да? С братом мог ехать, понимаете? То есть он мог ехать, да? Ну, да. Ну, я по этому факту ничего не могу сказать. Mm-hmm. А в чем причина? Что случилось? Так, дело в том, что вы в состоянии алкогольного опьянения вы подозревались, как водитель. Были признаки. У меня другая машина. Да нет, я знаю ваши три пятерки, которые вы там стоят. Совершенно да, правильно. На вас, которая зарегистрирована. Да, да, да. А у вас еще у папы есть транспорт, которым вы постоянно управляете. Вы я под нашим постоянно. Наблюдением не впервые. Можно я отвечу? Да, помогите, конечно. Вадим Юрьевич, я не хочу больше общаться. Да пожалуйста, я понял. Не снимайте. Нет, снимать-то мы в любом случае будем. Ну, дело в том, что, я так скажу, для вас это звоночек. Вы все прекрасно, и вы понимаете, мы понимаем. Да я все, для вас это я звоночек. Вас прекрасно понимаю, вашу работу. А он зазвенеть может совсем по-другому. Вам просто это... в тот момент, что были 0558, повезло, что Разубаев вас узнал. Я так вам скажу. А если бы это было бы в неведомственной охране, как задумывалось, а они бы вас остановили бы, и как полагается все сделали меня там не было, они бы не меня остановили, понимаете? Я ничего вот не вы знаете, сказать. У вас совести нету, мне в глаза врете. Понимаю, и будете себя защищать да нет, до последнего. Совесть, у меня есть совесть. Есть совесть. Да, я с вами не хочу ругаться, я вот с вами адекватно разговариваю. Я просто предупреждаю, что я за руку поймаю. Да что вы меня поймаете? Я поймаю за руку. Ну с чем? Со всем. Я мы друг друга поняли. Я понял.
обратить внимание, когда мы сюда подъезжали, все сотрудники были на улице. Их было четверо, именно которые сотрудники дорожной патрульной службы. Барышев и Полухин в частности. Сейчас что мы наблюдаем? Мы видим, что Барышев с Полухиным спрятались на этом посту. И друг другу, наверное, сочувствие какие-то выражают. Ну, в общем, посмотрим, как дальше будет развиваться событие. Одно осталось до смены недолго, до конца смены. Разговаривали, общались. Так мы контролируем ваши дети. И опять начинается. Так, вот это. А ну хорошо, да. Самое главное, что это самое. Света нет, самое главное. Нормально. Ну, да, пока светло. Пока светло, да. Мы же не просто свет. Если бы я еще свои 120 диодов включил, там бы тогда было освещение. Я отвлекаю вас, да, и нас. Да. Вы работаете. А то потом скажете, мы вас отвлекаем. Да, работаете. Служите лучше. Хочу обратить внимание, вот сотрудника Барышева привлекает видеокамера. Он все-таки вот не воплотил в жизни вот кинематографические задатки. Есть у него что-то такое. Давайте ему все-таки позволим быть звездой. Кстати, вот Барышев по-любому будет это видео смотреть. Правильно, Барышев? Ты же смотришь, а потом не говоришь, что ты не смотришь наше видео. Мы тебя уже подлавливаем на этих моментах. Значит, когда тебя уволят, а тебя уволят, вопрос времени. И ты это тоже прекрасно понимаешь. И понимаешь, за что тебя уволят. У тебя там два моментика. Ты знаешь, каких, за какие тебя уволят. Тоже вопрос времени. Ты сможешь воплотить все свои актерские задатки, все свое актерское мастерство в дешевых сериалах. Удачи. Мы сейчас опросили Полухина, теперь ждет допрос Долматова. Долматов, следующий день мы с тобой. Долматов, ты нам признаешься во всем. Почему вы так поняли? Ну так, почему? Как? Ну скажите. Барш, я думаю, вам уже надоел. А вы почему? Ну как? Люди передают. А что передают? Наше сарафанное радио хорошо работает. А что передают? Ну что вы там, что-то хотели со мной пообщаться? Что, спросить хотел. Спрашивайте. Так вот. Что вас интересует? А, можно по имени отчеству? Долматов? Павел Викторович. Павел Викторович. С 11 на 12 сентября 2016 года. Давно. Да, ну как бы да. Сан Йон Кайрон вам черного цвета знаком? Смотри какой. Так вот, к чему-то все. Сан Йон Кайрон черного цвета вам знаком, я думаю, потому что на нем катается сотрудник Полухин. Но зарегистрировано транспортное средство на его отца. Так к чему я вопрос какой? С 11 на 12 сентября вы были вместе с ним или не были вместе с ним? В автомобиле в ночь... С воскресенья на понедельник это получается. После смены как раз... Насколько я помню, я в сентябре вообще-то на больничном был. Но это до больничного. Нет, до больничного хотел быть его. Ну, нет, зачем? Ну я по гражданке, имею в виду по гражданке. Ну даже если и по гражданке. Были, не были с ним? Зачем я с ним буду кататься? Просто смотрите, какая ситуация. Я просто обрисую. Есть видео, где... Полухин управляет транспортным средством, вот этим, в состоянии нестояния.
И я ехал за вами, пока ждали другие ребята, наши активисты, искали сотрудников полиции. За мной вы ехать никак не могли, никоим образом. Из автомобиля вы вышли. Вы помните, такого в каком состоянии может. Вы такого вышли? Такого быть не может. Покажите мне это видео. Вот. Я в лицо рассмеюсь тому, кто мне это говорит. Понял. В частности, сейчас вам. Хорошо. Вы мне видео покажите. Это бред абсолютно. То есть вас не было там? Не было. Я понял. Хорошо. Вы сейчас все увидите, и мы торжественно вручим замечательному, в кавычках, сотруднику Полухину вот эту вот черную метку. И мы будем на заметку. Каждому сотруднику ДПС, и не только ДПС, а вообще в принципе, любому должностному лицу, который проявил себя, по мнению общества, не с той стороны, с которой нужно было себя проявить, ну, точнее, противоправно, мы будем ее вручать. Это метка ЧМО, черная метка общества, которой мы именем общества приговорим его к общественному порицанию. И данный приговор обжалованию не подлежит. То есть ЧМО по жизни. Смотрим.